Товарищи, благодаря инспекторам ГИБДД меня вытащили с кувета. Всем, что они могли помочь, каждый раз приезжали, интересовались, замерз я, не замерз, пригоняли технику, как бы все это нормально. Так что благодаря инспекторам и вашим людям, которые здесь живут, нормальные люди приезжали, интересовались тоже, как бы никто не бросил, кушать приносили, воду приносили, все как бы у нас нормально. Всем привет, я жив-здоров, поехал дальше.